Итак, я думаю, что мы начнем. Все, кто хочет к нам присоединиться, потому что мои коллеги еще проводят тоже интересный вебинар на польском языке, поэтому кто куда успевает. Сегодня, друзья, у нас заключительный вебинар нашего специального обучения FIT6 помощника. Это вебинар номер 6, как я вам обещала, что их будет 6, и по необходимости будем встречаться уже когда это будет важно, нужно, когда будут появляться какие-то изменения в FIT6, когда будут у нас новинки, привязанные к FIT6, появляться, тогда мы будем дополнительные вебинары на эту тему проводить. Какой же у нас сегодня вебинар? Мы с вами будем говорить о шаге шестом, который называется у нас тонификация. Мы поговорим с вами о том, что это за шаг, за месяц. Так, смотрю, вы там хотите что-то сказать? Так, я так буду держать, чтобы вам было лучше слышно. И поговорим о том, как правильно выйти из программы. Это тоже очень важно. Поскольку у нас сегодня с вами заключительный вебинар, мы с вами обязательно рассмотрим все вопросы, которые вы мне прислали. Я и подготовила их отдельным блоком. Также вы зададите те вопросы, которые у вас еще остались непонятными, неразрешенными. Подумайте, кто из вас желает выступить, что-то добавить. Я уже себе наметила спикеров, которых я позже приглашу к микрофону. Они об этом не знают, поэтому сюрпризом будет для всех, да? Ну что ж, друзья, давайте о главном, о программе FIT6, о ее завершении. Третий этап, повторяю, этап, не шаг, не месяц, именно этап, на него отводится 1 месяц, это шестой шаг нашей программы, шестой месяц, называется тонификация. Напомним, что первый месяц мы с вами готовились к похуданию, второй, третий, четвертый и пятый мы занимались непосредственно похуданием, взвешивали, смотрели, как у нас идут дела, если нужно было, возвращались на предыдущие шаги, миксуя различные. Так я не понимаю, вы хотите что-то сказать или вы случайно микрофоны включаете? Просто случайно. Окей. Миксуя нутрикоды, миксуя питание, если надо было вернуться к предыдущему этапу. Ну и мы подходим с вами уже к шестому шагу, к шестому месяцу, когда мы уже достигли того веса, который нам хотелось бы, и можем его подкорректировать, то есть плюс там какие-то спортивные занятия активировать, плюс подтянуть кожу, мышцы, протонифицироваться полностью, то есть дать тонус нашему мозгу, нашему телу. И это как раз вот тот момент, шаг шестой. Ну и потом мы с вами правильно выходим из этого, из самой программы. Шаг шестой, тонификация. Я вам хочу напомнить, друзья, что если за предыдущий месяц, месяц 5, вы сбросили меньше 2 кг, вам нужно будет вернуться в самое начало программы на первый месяц, на первый шаг. Потому что, очевидно, есть какие-то фундаментальные моменты в вашем здоровье, которые вам либо не позволили достичь этой цели, либо, возможно, вы где-то себе позволяли большего питания, не придерживались этой схемы. Или же третий момент, когда просто нужно рационально сбросить достаточно большой объем веса, много килограмм, и это рационально сделать, вернувшись сначала и пройдя еще раз этот путь. Какова цель шестого месяца? Главная цель – это тонификация, то есть стимулировать рост мышц, защитить тело от потери упругости, потому что вес ушел, и чтобы вот фишка нашей программы заключается в том, чтобы мы не превратились, как я это называю, в шарпея, то есть когда вот эти собачки мягкие, приятные на ощупь, чтобы мы так не выглядели, чтобы кожа наша была подтянута, чтобы растяжек не было, и мы отлично себя чувствовали, чтобы не было целлюлита, по максимуму мы его убрали. Дальше мы продолжаем тоже худеть, то есть и на этом этапе мы тоже вес потихоньку сбрасываем, но это уже будет так, маленькими порциями, если мы уже на завершении
своего пути. Если уже у нас там впереди еще по плану 30 килограмм, то это всего лишь экватор, который либо мы можем сделать передышку небольшую и потом начать спустя какое-то время, лучше сразу возвращаться в начало и еще раз проходить весь этот путь, чтобы все-таки получить желаемые результаты. Также очень важно, что мы получаем на 6 месяце, это мы закрепляем привычки здорового питания. Это очень важно, потому что много диет, как я уже говорила это раньше, построены так, что мы что-то получаем за какой-то период времени, мы потом от этого уже отходим и быстренько набрасываемся на те запретные продукты, которые нам нельзя было там месяц, два, три кушать. И вес возвращается. Вот этот эффект йо-йо нам совершенно не нужен. И благодаря шагу 6 вес у нас не будет возвращаться, и этот эффект у нас не будет наблюдаться. Как и предыдущие месяцы, мы обязательно начинаем шаг 6 дня детокса. Что это такое, вы уже знаете. По поводу питания скажу, что здесь смысл остается тоже, что и предыдущие месяцы. То есть к шагу 5 уже более обильному списку разрешенных продуктов. Здесь вы можете добавлять еще, экспериментировать, скажем, с вашим рационом, добавлять белковые бульоны 2 раза в неделю со специями. Если у вас есть тренировки, если вы занимаетесь спортом активно, вы можете 2 раза в неделю добавлять сюда либо 4 ложки киноа, либо коричневый рис, но тогда уже по известному вам правилу вы в этот день не едите овсянку либо хлеб, то есть чтобы не было переизбытка углеводов. По поводу нутрикодов. Основные продукты, уже вам известные дуэт, здесь предлагается Vitality Boost и Inner Balance, либо Inner Balance. А лучшим решением здесь, я это подчеркиваю, будет все-таки Vitality Boost. Почему? Потому что вы знаете, что Vitality Boost – это вот красная эта система. Это действительно система, которая действует 24 часа в сутки. И вы уже знаете, что сюда входит вкусный напиток, тонизирующий напиток в сашетке, который вы выпиваете утром. И вечером вы принимаете таблеточки для того, чтобы дальше восполнить запас витаминов, минералов, чтобы дальше пассивно сжигать жир, ну и чтобы вы отлично себя чувствовали на другой день. Для этого этапа также Vitality Boost подходит еще и потому, что витамины, минералы, которые сюда входят, можно отнести к анаболикам, которые позволяют быстро укреплять мышечную массу, наращивать мышечную массу, то есть такие кирпичики для мышц и для нашей кожи, как, в принципе, для всего нашего тела. Схема приема самого Vitality Boost остается такая же, как и в предыдущих случаях, на предыдущих этапах. Я сейчас хотела бы больше поговорить о дополнительных продуктах именно к шагу номер 6. Если мы берем за основу Vitality Boost, помните, что он такой же мощный продукт, который был и на других этапах, да, и он самодостаточный продукт, но здесь уже вы смело можете к нему добавить и усилить его и так уже классный эффект другими продуктами. Как я это вижу, как это работает максимально эффективно, этими продуктами могут быть целлюлоид и омега-3 или фитлайн, то есть не два одновременно, а на выбор или тот, или другой. Если вы вдруг решите взять, например, целлюлоид, омега-3, фитлайн одновременно, тогда у них должна быть определенная пропорция, и это нужно учитывать. Потому что мы сейчас с вами вот эти желейки не делили, не составляли пропорции, лучше выбирайте либо омегу-3, либо фитлайн. Дальше вы можете добавить к этим предыдущим продуктам еще Strong Muscle и Energy Kick. Если вы берете целлюлоид, допустим, вариант, что у вас есть Vitality Boost, и вы решили взять целлюлоид, я подчеркиваю, что здесь я вам рекомендую увеличить дозировку не пол таблетки, а именно в 4 раза увеличим. Это 2 таблетки, как это было в старом формате антицеллюлита, да, что мы уже с вами попробовали, пройдя до 6 месяца, что эта концентрация работает намного мощнее, а в комплексе с Vitality Boost вы будете получать еще больше эффекта, если вы возьмете именно четвертичную дозировку. То есть в этом случае у вас после завтрака идет сразу сашетка Vitality Boost,
Потом после перекуса через час вы можете взять одну таблеточку цельфайта и повторить это действие после второго перекуса. И на ужин, сразу после того, как вы поужинали, вы сразу две таблетки Vitality Boost. Вот как будет выглядеть это с целлюфайтом. Теперь давайте добавим к Vitality Boost, как основному продукту, на выбор вот эти желейки, которые тоже сделают свои эффекты. Я вам взяла общую схемку, если вы берете омегу-3 или вы берете фитлайн. Поэтому я вам это обозначила. Если омега, то если фитлайн, то. Но это не знаю, это не схема, в которой вы берете и то, и другое. Вы берете их на выбор. И сюда вы добавляете Strong Muscle Energy Kick. Значит, давайте об этой схеме поговорим. После завтрака у вас идет сашетка Vitality Boost, но до завтрака за 30 минут, то есть на голодный желудок, натощак, вы за 30 минут должны забросить две конфетки сразу Strong Muscle. Почему? Strong Muscle – это аминокислоты, и лучшее, что вы можете сделать для своего организма, для своего кишечника, это дать ему чистые аминокислоты, которые быстро попадут кишечники сразу пойдут в кровь отстраивать те системы органы, которые должны быть устроены с помощью этих аминокислот. Поэтому лучше их, они не навредят натощак, наоборот, принесут только пользу. Energy Kick, если вы в эту схемку захотите вписать, вы его должны вписать так, чтобы он был у вас между приемами пищи. Ну, например, где-то перед перекусом одним и перед перекусом вторым. Если вы берете омега, омега не привязывается к пище, вы можете ее в любое время одну желейку и потом другое, ну и попозже вторую желейку. Я вам написала это приблизительно так в схемке, но вы себе можете пометить, что она к пище не привязывается. Но вот фитлайн вы должны обязательно привязать к пище, потому что она должна упасть в жир и в жиру раствориться. И поэтому я вам ее как предложение поставила на перекус второй. Вы можете ее и на ужин закусить ею вместе с двумя таблеточками Vitality Boost, которые тоже у нас идут на ужин. Поэтому эту схему вы можете перемещать, как вам она больше нравится, как она вам больше подходит и что вы из этих продуктов возьмете для себя. Лучше всего, если вы вот все эти желейки, ну, омега-3 и фитлайн на выбор, я уже это повторяла, скомбинируйте с целлюфайтом. Это будет такая очень мощная комбинация. Опять же, Strong Muscle у вас будет идти натощак за 30 минут, потом закусываете завтрак Vitality Boost с сашеткой, перекус у вас заканчивается через час целлюфайтом, и второй перекус точно так же. Омегу фитлайн вы расставляете в схему, как вам это нравится, как вам это подходит, и точно так же добавляете энерджики, когда вы хотите, между приемами пищи, главное, чтобы это было два раза. Если по каким-то причинам вы не можете принимать Vitality Boost, что тогда делать? Вы тогда берете за основной продукт Inner Balance. Вы можете брать его по шагу один. Но здесь я вам рекомендую следующие комбинации, более удачные, по моему мнению. Inner Balance, Beauty Detox с пробиотиком. Можете сюда добавить чай. Либо это чай Ауриль, либо Detox Herbal Skinny Herbal Infusion. Тут уже смотрите, что вам больше нравится. Схема вам уже знакома, я ее не стала сильно расписывать. Подсмотрите себе в тех комбинациях, где указано там шаг 1, к примеру. Точно так же вы можете себе посмотреть в шаге первом комбинацию Inner Balance, Ideal Shape, Probiotic. Это вторая вариация. Третья вариация тоже вам уже знакома. Inner Balance, Probiotics, Perfect Sleep. Но вот вам новая комбинация, которую я считаю к шестому шагу будет уместнее всего. Она лучше всего будет работать. Это Inner Balance Cellulite. Я сюда пробиотик как картинка не нарисовала. В схеме он есть. Вы смотрите сам. Если вам уже пробиотик, ну, мягко говоря, надоел, это не обязательно на ваше усмотрение, сколько вы его в день будете вообще или не будете, но вот точно, что должно быть, Inner Balance с целлюфайтом. Inner Balance, одна сашетка после завтрака, после перекуса через час целлюфайт, после обеда идет сашетка сразу Inner Balance, и после второго перекуса целлюфайт через час. Вот эта схема будет работать отлично в шестом месяце. Ну и на сон грядущий у нас остается за 15-30 минут 2 таблетки Inner Balance.
Еще интереснее комбинация станет, если вы кинорбалансу к целлюфайту, допустим, к пробиотику, допустим, вы его оставили, добавляете фитлайн и энерджи кик. Это к этому месяцу тоже шикарнейшая комбинация, тем более если вы стали более спортивными, более подвижными, я рекомендую вам именно эту комбинацию. Пробиотик на своем месте, как всегда, до основных приемов пищи, между приемами пищи, я вам даже здесь время обозначила. Energy Kick, например, в 9 и Energy Kick в 15:00. И Inner Balance Cellulite, как и в предыдущем случае, тот Inner Balance после завтрака, после обеда, Cellulite через час после перекусов, первого и второго. И на ужин у нас остается Fitline, одна конфетка. Вы можете эту схему немножко подвигать, вы уже знаете, как возможно комбинировать и передвигать эти продукты. Что-то убрать, если вам кажется, что вам будет много, но эта схема работает лучше всего, особенно для спортивных. И вот мы прошли с вами, допустим, мы прошли с вами шестой месяц, наша цель достигнута, и это еще не повод кричать «Ура!» и все, и забудьте о том, где мы находимся, что мы еще Fit 6. И главное здесь выйти правильно из программы Fit 6. Почему выход очень важен? Нам нужно стабилизировать вес, нам нужно его зафиксировать. Нам нужно надежно защитить от того, чтобы он к нам больше не возвращался. Вот те вот лишние килограммы, которые мы старательно хотели убрать, чтобы они там и остались в прошлом. Закрепить привычки здорового питания, причем закрепить их не на месяц, не на год, а на всю нашу жизнь. Подготовить наш организм к тому, что мы уже можем позволить себе разнообразную пищу, нормализовать метаболизм и защитить его от того, чтобы не было отеков, не было застоя жидкости и, возможно, не накопились там какие-то лишние метаболиты. Также я считаю, что этого шага тоже есть еще одна важная функция, это нормализовать гормональный фон, ну, в зависимости от того, какие продукты вы выберете. Подчеркиваю, что в этот месяц возможно колебание веса, это абсолютно нормально, чтобы вы не ожидали, что раз мы решаем, что мы фиксируем, значит все, на весах должна быть одна и та же цифра. Нет, колебания будут, и это нормально, главное, чтобы это не было плюс-минус 10 килограмм, сами понимаете. И также обращаю ваше внимание на то, что здесь питание несколько отличается от предыдущих версий. Вот здесь оно у нас будет разделено на 2 недели и 2 недели. Первые 2 недели вы вводите дополнительно углеводы, там уже можно и киноа, и коричневый рис, и картофель даже, бобовые можно по желанию. А на последние 2 недели вы все зависит от того, потеряли вы больше 500 грамм или же набрали больше 500 грамм, либо не потеряли, тогда уже у вас будет здесь колебаться само питание, вы будете что-то убирать, что-то добавлять. И это все у вас прописано в фуд-подсказках, в специальных фолдерах, которые я вам делала для самого первого вебинара. А кто еще не в курсе, все это можно скачать в Телеграм-канале, и это все я вам сбрасывала в Viber-группу, поэтому этим всем пользуйтесь обязательно. Также по поводу Nutri-кода. Вот здесь несколько будет отличаться. Здесь у нас есть такие замечательные системы для правильного, удачного выхода из программы, которая называется Vitamins for Her 50+, и Him. То есть для нее 50 плюс и для него. И также вы можете, если вы по каким-то причинам не хотите брать данные продукты, либо они вам не подходят по каким-то особенностям вашего организма, можете всегда выбрать Inner Balance. Но обращаю ваше внимание, в этом месяце Inner Balance вы используете только полдозы, то есть одну сашетку в день и одну таблетку на ночь. Это важно. Здесь, конечно, лучшим решением будут все-таки витаминные системы. Ну, я бы им отдавала предпочтение по сравнению с Inner Balance. Тут несколько маленьких секретиков вам открою. Если вы все предыдущие шаги выбирали более мощные витаминные комплексы, например, Slim Extreme, добавляли туда еще что-то, потом убрали Vitality Boost, потом убрали Inner Balance с чем-то там, с Beauty Detox, Detox Herbal, еще что-то добавили, то есть много у вас всего было, там или сжигатель жира.
Потом опять у вас был Vitality Boost, то все-таки я бы закончила саму программу, вышла бы из программы именно Inner Balance. Но правильно уже уразнообразила всю эту картину. Если же у вас наоборот было более простые наборы, например, у вас постоянно был Inner Balance, и там Slim Body с чем-то более таким лайтовым, тогда выбирайте все-таки витаминные системы. Почему так? Если было очень много витаминов, есть опасность того, что даже если вы пошли в спортзал, то у вас может быть уже всего много. И второй момент, если вы спортсмен, такой, ну, скажем, активный спортсмен, то есть вы в спортзале, ну, что называется, живете, не просто ходите домой пешком с работы, а именно в спортзале живете, тогда вы можете и витаминные системы в этом случае брать. Наоборот, ваш организм требует такого большего набора компонентов. Ну, как всегда, смотрите сами, что вам хочется и что вам подходит больше всего. Скажу по поводу Inner Balance, мы уже с вами много говорили, по поводу витаминных систем. Это специальные системы, в которых есть одна таблетка и вторая таблетка. Одна таблетка утренняя, она идентична во всех трех системах. Поэтому, что бы вы ни выбрали, но вы же знаете, много было вебинаров, мы еще раз вернемся попозже к этим продуктам в свое время. Я уже рассказывала вам по поводу того, что таблетка первая идентична. Что бы вы ни выбрали, независимо мужчина вы или женщина, вы можете их выбирать разные. Женщина мужскую может взять систему, мужчина женскую и так далее. Вы одинаковую дозу витамина, минерала получите уже от первой таблетки. Во второй таблетке у нас с вами есть как раз вот та уникальная комбинация веществ, которая нам поможет нормализовать гормональный фон. Ну, в зависимости, опять же, от продукта, здесь уже могут быть дополнительные эффекты разные. Там много клетчатки, в первую очередь, туда входят, противовоспалительные компоненты. И как средство поддержания мужского и женского здоровья и нашей молодости, то, что даст каждая вторая таблетка из этих трех систем. Лучше добавить к этим системам такие монопродукты, как мы их называем, да, это омегу-3 либо Fitline. Вы можете спокойно сюда добавить еще чай Detox Herbal Infusion, ну, либо Skinny Herbal Infusion. И можете тоже сюда добавить Energy Kick и Strong Muscle. Хотите пробиотик, можете еще и пробиотик. Теперь по поводу схеме приема самих систем. Вы знаете, что по этикетке, по всем рекомендациям ранним, первая таблетка, она принимается всегда после завтрака, сразу, потому что это комплекс витаминов и минералов, который должен раствориться в жирах. А вот вторая таблетка называется обеденная, да, или там вечерняя, но она рекомендуется лучше ее принимать после обеда через 30 минут. Но в этом случае, когда мы выходим, здесь рекомендуется принимать одну таблетку номер 2, то есть вот эту вторую таблеточку, витамин for her, витамин for him, и две таблетки, как и по схеме, есть витамины для нее 50+, то есть те принимаются по одной, для 50+, принимается две таблетки, это важно. Принимать перед сном. Ну, такая рекомендация программы Fit6. Вы можете как и стандартную схему использовать, или же принимать по схеме Fit6. Тут уже смотрите на свое усмотрение. Теперь делаем все поинтереснее. Да? Добавляем в эту схему те продукты, которые вы решили, например, все выбрать. Опять же говорю, Омега либо Fitline, это не два продукта сразу. Я вам вписала в одну схему, а вы себе вычеркните то, что вы не хотите. Значит, натощак, Strong Muscle, потом за 15 минут пробиотик, позавтракали, сразу выпили первую таблеточку витаминной системы. Потом у вас между приемами должна попасть в вас Energy Kick один раз и Energy Kick второй раз. Запиваете перекусы чаями, либо Skinny, либо Detox Herbal. У вас еще остается либо омега-3, либо Fitline, тут что вы выбрали. И на сон у вас остается одна либо две таблетки, в зависимости от того, какой продукт вы выберете, витаминной системы номер 2 таблеточки. Вот как будет выглядеть общая схема. Если вы решили, что вы будете все-таки Inner Balance, тогда еще раз вам вот схему даю, но обращаю ваше внимание, что половинка дозы идет,
То есть вы можете взять одну старшатку Inner Balance либо после завтрака, либо после обеда, и одну таблеточку уже по стандарту до сна. Это как выглядят нутрикоды. Также напоминаю, что у нас есть конжак, конжак рис, конжак макароны. Да, вот смотрю, там присматривайтесь. Еще раз покажу, как они выглядят. Вот так они выглядят, да, похожие на желейные макароны. Очень вкусные. Советую вам всем, кто не знает, чем себя побаловать или не знает, чем быстренько перекусить. 2 минуты, ну 5 в общей сложности, если вы решите. Вот рис как выглядит. Так, видно вам, да? Если вы вдруг решите быстренько перекусить, вот 5 минут это на все, чтобы сервировать тарелку и покушать. Вы можете эти продукты использовать спокойно с первого этапа. Начиная с первого этапа, я бы говорила, ну, там, раз в неделю, и там с каждым последующим этапом там, раз в 3-4 дня, в 2 дня, если так у вас получается. Обед, перекус, завтрак, в зависимости от ваших предпочтений. И напоминаю, что есть у нас шоколадки, у меня сейчас 99%, самая выгодная, кстати, потому что 74% более сладенькая и более нежная по вкусу. Ее можно нечаянно съесть больше, а 99% нечаянно не получится. 1/3 кубика на день и больше шоколада не захочется. Но это если совсем вам тяжело без сладкого, можете спокойно себя этим удовлетворять. Как всегда, я вам сделала фолдеры, которые я вам тоже добавлю в те уже каналы, к которым вы привыкли. У меня такая целая папочка, советую вам тоже такую папочку завести, ею пользоваться. То есть те 4 схемы, которые мы с вами рассмотрели, это Inner Balance, либо Vitality Boost, Inner Balance, либо витаминные системы, это 4 странички, вы их себе можете закачать, распечатать, делиться с друзьями, пересылать. Ну и, как я вам обещала, теперь ваши вопросы. Я вам включу звук, но пока не вы будете задавать вопросы, а я отвечу на те вопросы, которые вы мне прислали. Так, вопрос первый, наверное, самый такой актуальный, который вызывает у меня очень много негодований в последнее время. Белковые коктейли. Очень много людей думают, и причем думают честно и со всей ответственностью этого, не понимая, что они могут навредить себе, просто сидят на этих белковых коктейлях, быстро худеют, но и при этом вес быстро возвращается. В чем проблема и что не так с ними, да? Во-первых, давайте разберемся, что такое белковые коктейли. Белковые коктейли – это не просто белок, это протеин, это концентрированный белок, который берут из каких-то частей белковых, существующих в мире. Это молоко, либо сыворотка, либо яичный белок, либо это белковое растительное сырье. Протеин сам по себе – это классно. Это белок, это легко доступный белок, это концентрированный белок, который приносит пользы много нашему организму. То есть чем он хорош? Мы получаем источник незаменимых аминокислот. Они нам помогают контролировать и поддерживать наш нормальный белковый обмен. Они, в принципе, помогают нашему организму расти, потому что отвечают за рост клеток, за обновление клеток. Из белка состоят все клетки, то есть есть 3 группы веществ, которые важны для наших клеток, это белки, углеводы и жиры, все остальное это производное. Поэтому да, они нужны нашей коже, нашему иммунитету, нашим мышцам, нашим гормонам, они нужны везде, каждой клетке. И вот тут наступает главный разбор понятий, если вы спортсмен, у вас очень быстрый метаболизм, он интенсивный у вас, и вашему организму действительно нужно много белка, много протеина. Это все оправдано, когда вы понимаете дозировку, понимаете цель, понимаете качество того, что вы принимаете. И тогда вы получаете и гормоны, которые помогают вам наращивать мышцы, либо худеть. Транспортную функцию выполняют в клетку, из клетки, принося много полезных веществ нашим клеткам. Да? Оптимизирует наш метаболизм, помогает нам быстрее и интенсивнее работать в спортзале, это все оправдано. И может ли протеиновый коктейль принести вред, который, ну, я вот эту информацию хочу до вас донести, да.
Если вы не занимаетесь в спортзале, если у вас нет регулярных, подчеркиваю это слово, регулярных физических нагрузок, они напротив могут привести к тому, что вы не похудеете, а наберете вес. Поэтому все белковые коктейли нужно принимать строго по назначению и не превышать рекомендованную норму. Также белок, если его много, он может накапливаться в определенных участках нашего организма и влиять на общий гормональный фон. Куда он там нас заведет, в конце концов, мы не знаем. На нашу иммунную систему. Если много белка, это нагрузка на печень и на почки. Опять же, к чему-то приведет, мы тоже не можем никак гарантировать. Протеиновые коктейли, они тоже бывают разные, как я сказала. Например, из молока, там, казеиновый протеин, сывороточные протеины, это окей. Но если многие люди не пьют молока или не могут его пить по состоянию здоровья, это не очень хорошо. Яичные коктейли являются самые такие полноценные, самые богатые и самые полезные, по моему мнению. Бывают еще соевые коктейли, вот здесь вообще ужас, просто потому что никто не контролирует, что в эту сою положили и какого качества это соя. Поэтому есть там ГМО или нет там ГМО, это гарантия ни о чем. Переизбыток протеиновых коктейлей может привести даже к бесплодию, к выпадению волос, к целлюлиту, к циррозу печени, к нарушению работы почек, печени, отекам и даже злокачественным опухолям. Поэтому, если вы не спортсмен, если вы, вам кто-то там порекомендовал, и вы не знаете, что это, какая дозировка, и вы на этом сидите время от времени, или же, не дай бог, вы сидите на этом постоянно, но опять, вы в спортзал не ходите, вы похудеете, вы за месяц бросите 15 килограмм и 10 килограмм, но вы потом не только вернете эти килограммы, вы еще нарушите свой обмен так, что не будете знать, к какому врачу вам потом идти. Поэтому не верьте в чудо-коктейли, а делайте сбалансированно все в своей жизни, подходите сбалансированно к своему питанию, даже к тем же коктейлям. То есть если вы взяли коктейль, то этого коктейля должно быть вот столько, вы должны потратить этот коктейль, точно потратить, а не накопить этот белок в вашей печени и в почках. То есть оно должно у вас пойти в мышцы, оно у вас должно пойти в общий метаболизм, оно у вас должно куда-то пойти, а не накапливаться в вашем организме и потом моделировать вам фигуру не так, как бы вам этого хотелось. Следующий вопрос, который вы задаете, мы уже об этом говорили на втором нашем вебинаре. Можно ли принимать участие в Fit6, если язва? И какие тогда продукты лучше выбрать? Напоминаю вам о том, что люди с язвой относятся к группе СТОП, когда мы их, ну, грубо говоря, не принимаем программу Fit6. Почему? Во-первых, таким людям должно быть назначено, рекомендовано специальное питание, которое может существенно отличаться от питания, рекомендованной программой Fit6. Диетические добавки, даже основные диетические добавки, которые у нас есть, они тоже могут стать причиной некомфортного состояния, скажем, это мягко. Если у вас острая стадия, допустим, гастрита, еще чего-то, вы возьмете, например, Inner Balance, добавите туда еще что-то, у вас может быть неположительный эффект, с каким-то временем может быть даже отрицательный эффект, именно как реакция на питьевую форму того же Inner Balance. Это не значит, что продукт плохой, это значит, что вам нельзя такие продукты, но вы решили все-таки их попробовать. Поэтому вот такая реакция. Поэтому не будем мы провоцировать обострение, не будем играть с питанием и не будем вызывать давно забытую проблему язвы либо гастрит, если она давно была, потому что это все очень серьезно. Я считаю, что в таких случаях нужен подбор отдельного питания. Возможно, какие-то диетические добавки из наших использовать. Все зависит от конкретного человека, потому что очень часто вы задаете именно такой вопрос по поводу язвы Fit6. Поэтому я не говорю нет. Возможно все, возможно с любой проблемой похудения, возможно с любой проблемой. Но при этом нужно учитывать, что должна быть главная консультация, главная рекомендация лечащего врача, а не программа Fit6. Вопрос номер 3. Вот в этом месте хочу сказать, что если бы я раздавала призы за количество вопросов от вас по теме Fit6, то, наверное, Наталья Левинская получила бы гран-при какой-нибудь. Она очень много вопросов прислала. Спасибо, Наташа.
И вопросы все действительно важны и интересны. Вот один из них. Если клиент из списка стоп, можно ли ему худеть фит-6? И если нет, то какие давать рекомендации? Ну, во-первых, если ваш клиент все-таки со списка стоп, вам лучше отказать ему в участии в программе с аргументацией, почему этот клиент именно не может участвовать. Где эту аргументацию взять? Вебинар номер 2, когда мы разбирали вопросы здоровья и возможности участия в программе. Во-первых, вы не его врач, вы не знаете его нюансов, вы, даже если вы не врач, в принципе, это уже повод отказать конкретно этому человеку с его проблемами. Во-вторых, даже если вы врач и понимаете, как устроен организм, какие можно рекомендовать препараты лечебные и так далее, что там происходит, вы не его лечащий врач. Поэтому здесь здоровье может ему просто не позволить качественно выполнить эту программу, а значит, он может качественно не получить качественный результат. Вы не можете ему гарантировать этот результат. Это все как бы взаимосвязано и сложно. Поэтому я бы говорила здесь эксперименты не проводить. То, что здесь, какой может быть протокол, называем это так. Первое, вы говорите вашему клиенту, такому стоп-клиенту, получить консультацию у своего врача о возможности насчет того, может ли он вообще худеть или нет. Потом, возможно, риски, чтобы врач ему объяснил, потому что если это язва, то это одно, а если, например, это щитовидка, то это намного больше рисков и другие риски, да? Потом вы рекомендуете ему сдать все необходимые анализы уже под контролем его врача. Возможно, даже врач назначит дополнительные анализы. Третье, ему нужна, вы рекомендуете ему коррекцию рациона, причем с помощью врача-диетолога. Не какого-то там диетолога, который закончил двухмесячные курсы, сомнительные, да, а именно врача-диетолога, который знает, о чем он говорит и имеет свой опыт. Четвертый – это комфортный вид спорта, который вы ему можете рекомендовать или кто-то может ему рекомендовать. Почему? Потому что без спорта, без движения похудение невозможно, тем более в тяжелых случаях. И, возможно, тогда уже пятый пункт, тогда уже мы можем подключить наши нутрикоды. Но это если 5 этих рекомендаций дать, то это совершенно не о фит-6 уже речь, это уже другая, я бы сказала, индивидуальная программа похудения. Поэтому ну, мы уже говорим даже не о фит-6. Четвертый вопрос, который достаточно, ну, я его так обозначила, 60+, но на самом деле много задают вопросов по поводу похудения в возрасте, возможно ли здесь похудение, ну и как правильно работать с такими клиентами. Давайте будем считать, что это условно 60+. Люди этого возраста, 60+, они уже имеют, что они имеют? Букет нарушений здоровья, их нужно учитывать, и с этим нужно работать при консультации с врачом. Почему? Потому что, например, высокое давление, а у вас рекомендация, например, сжигатель жира. Ну, какой сжигатель жира? Что можно? А если к высокому давлению еще и сахар прыгает? А если прыгает сахар, а там еще, допустим, с почками проблемы? А там оказывается, что еще щитовидка не так работает, как нужно. То есть вот этот букет нужно весь учитывать. Возможно или нет, берем, не берем, гарантируем, не гарантируем. Второй момент, замедляется метаболизм веществ, и многие вещества просто не вырабатываются, начиная от гормонов, которые принимают участие непосредственно в похудении, и заканчивая элементарными веществами, тот же карнитин не вырабатывается, коллаген, гиалуроновая кислота в таком количестве, как нужно, то есть какая-то там доза идет, но этого очень мало. Это тоже нужно учитывать, и нужно понимать, что похудание будет, возможно, намного длиннее схемы 6 месяцев, да, и надо будет делать перерывы, остановки, то есть не нужно гарантировать человеку, что за 3 месяца он сбросит там, я не знаю, там, даже те же 10 килограмм. Движение. Запомните, я об этом говорила, говорю и буду говорить. Без движения невозможно не то, что похудание, жизнь нормально невозможно. А работа мышц нужна. Мышцы – это все наши внутренние органы. И того, как мы двигаем этими внутренними органами, внутренними мышцами нашими, и зависит от того, насколько у нас комфортно и качественно будет похудение. Тот же кишечник возьмем. У каждого второго проблемы с кишечником. Почему? Потому что мы ведем малоподвижный образ жизни. Это не значит, что нам нужно сейчас 7-60+, пойти на тренажерный зал и быстренько программу для качков взять. Нет, кому-то это скандинавская ходьба, кому-то плавание, кому-то просто ходьба, там, не знаю, 5 километров туда-обратно.
Ну, каждому свое. Также объясняйте клиентам, что в таком возрасте колебания веса это нормально, лишние килограммы это нормально. Поэтому пусть человек не ставит себе цель похудеть до студенческих форм, до студенческих объемов, потому что это утопия. Нужно худеть до комфортного веса. Вот комфортный вес, когда человеку легче, когда человеку здоровее и когда ему приятнее, хочется жить, летать и работать. Вот это комфортное состояние. Также в этом возрасте очень важно, чтобы питание было разнообразным, чтобы оно было максимально сбалансированным, было мелкими порциями более часто. Вот как раз FitShare в этом плане работает прекрасно. Пятиразовое питание, можно даже его сделать шестиразовым. А если у человека, допустим, бессонница, и он спать ложится 2 часа. Кстати, бессонница тоже будет влиять на вес, поэтому объясняйте человеку, что телевизор нужно выключить в 10 вечера, грубо говоря, 11, ладно, это 60+, в 11 выключаем телевизор, выключаем свет и просто лежим. Можем, не можем, хотим, не хотим, нужно заставить хоть как-то вырабатывать мелатонин, который тоже будет помогать в похудении. Вопрос номер 5 по поводу того, что когда принимали Inner Balance участники, некоторые участники начали прогрессировать псориаз, что с этим делать, как это объяснить. Это вопрос от Наташи Левинской. Наташа, объясню тебе и всем остальным в специальном вебинаре «Красота и молодость кожи», который у нас будет в формате лаборатории здоровья уже в следующем месяце. Поэтому этот вопрос просто потом. Вопрос номер 6 очень хороший. Многие задают, как зарабатывать на Fit6. Мы все понимаем, но хотелось бы понять окончательно, как зарабатывать с помощью Fit6. Ничего, каких-то секретов я вам не открою. Объясню почему. Самое главное здесь это составить план и четко по нему идти. Что имеется в виду план? На каждый день вы должны составить план, допустим, на месяц, на год и в месяце на каждый день продвижения себя. То есть вы, во-первых, должны выглядеть соответственно, чтобы были примером, и как бренд, как лицо программы Fit6, и себя сделали брендом, и Fit6 как бренд продвигали. Поэтому, во-первых, нужно ее попробовать. Рассказывать о программе Fit6, не попробовав, это ни о чем. Дальше, например, как это может выразить? Вот вы начинаете, каждый день вы рассказываете. Один день вы рассказываете себе, второй день, ну, о своем результате, второй день о программе, что есть такая программа, в общем. Так потихонечку даете порцию, развиваете интригу, доходите до кульминации, как будто пишете роман. Третий день о шагах и так далее. В вашем плане должны быть прописаны четко дни, когда вы что делаете. Ну, наверное, заметили, что есть у нас страничка Fit6, куда там мы результаты выставляем, рецепты выставляем, там вопросы-ответы. Если бы я каждый день это делала, я бы элементарно не выжила даже месяц. Поэтому и вам советую, составьте себе, по каким дням у вас будут рецепты, по каким дням у вас там, допустим, обучение, по каким дням, какую лепту в программу и в развитие вашего бизнеса именно Fit6 вы делаете. Когда вы общаетесь в группе, когда вы даете советы. По поводу групп, это отдельная история. Многие люди, и карантин тоже повлиял на это, привыкли к тому, что все сидят в онлайне, имеет много времени и возможностей для этого. И, соответственно, вот когда вздумал написать вопрос, тогда его и написал. А вам, соответственно, нужно быстро отдавать ответ. Но представьте, у вас два человека в группе, ну, вы начали только, да, и у вас два человека, там, не знаю, сестра и соседка. Вы можете с ними справиться. А когда у вас 23 человека или 203 человека, вы ничего не будете делать. Вы не будете видеть мужа, детей, себя и вообще кушать, и забудете, что такое Fit6, и точно наберете лишние килограммы, потому что вы будете сидеть и отвечать на вопросы. Так и дело не пойдет. Вам нужно четко установить в вашей группе правила игры, когда вы отвечаете на вопросы, когда вы созваниваетесь, тоже составляете график, когда вы делитесь фото. Кстати, по поводу делитесь фото, если, например, наши заграничные коллеги, да, европейские друзья, кто живет в других странах, они с удовольствием это делают, у нас почему-то люди более стеснительные, и заставить их дать свое фото до и после, это что-то такое
очень приватная. Поэтому можете даже придумать такие классные подарки для самых активных. Когда, например, правило, ну там или конкурс какой-то, делись фото раз в неделю, и кто пришлет все свои фото, ну это я сейчас фантазирую, получи какой-то крутой подарок, например, набор конжаков или набор шоколадок или там еще чего угодно. Презентации, конечно, тоже нужно проводить вживую, не только в онлайне, а по возможности раз в неделю, хотя бы раз в неделю или там раз в две недели вы должны 2-3 человека и их, ну, извините, слово, обрабатывать. То есть какие у них результаты, что получилось, что не получилось, потому что бывает так, зашло там несколько человек в группу, все дали, все рассказали, все поняли. Неделя тишина, две тишины, через месяц тишина, через два оказывается, что человек не похудел, а набрал там плюс 2 килограмма, он недовольный, об этом рассказывает во всех соцсетях, а вы об этом не в курсе. Почему? Это не его вина, это ваша вина, потому что вы не поинтересовались у него через пару дней, начал ли он программу, как он ее начал, правильно или нет, как он мерился, не мерился. Дальше он не понял, правильно он пьет или нет. Потом вы ему еще пообещали, что все можно кушать. Поэтому он что такое фуд-подсказка на холодильнике, список разрешенных и дополнительных продуктов, он вообще не в курсе, у него свое видение и никак иначе. Поэтому момент упустили и пошла вот такая волна. Учитесь сами вот этому планированию. Четко, каждый день, это будет тяжело, это будет непросто, но я уверена, что вы справитесь. И учите других, пока у вас, например, в группе 2-3 человека, а не 23, потому что когда у вас будет 23, вы уже захотите научиться, у вас просто не будет на это времени. Поэтому тренируйтесь на двух людях, а все остальное точно получится. Ну, как бы с основными вопросами у меня все. Мне еще Наташа успела прислать еще по ходу два вопроса, пока мы шли по вебинару нашему. Значит, Наташа спрашивает, можно ли селедку, можно ли рыбу, как там тюлька, да, написала Наташа, засоленную красную рыбу, селедку и тюльку. Отвечаю. Можно, если вы ее сами будете засаливать и не в маринаде, а просто солью, потом которую вы смоете через там 12 часов, и почти такую вот сырую рыбу, это, во-первых, и полезно, и, во-вторых, нет консервантов и прочей странной химии, которая сейчас добавляет различные консервы и пресервы. Поэтому, да, рыбные продукты можно соленые, если вы их сами посолили не каждый день, чтобы не было переизбыток натрия, чтобы вам не хотелось пить, потому что... Inner баланс, например, работает на то, чтобы уравновесить натрий калий, а вы будете сильно соленая, и это никуда не годится. Так, у меня с ответами на вопросы все. Можете включить ваши микрофончики, так, да, и задать те вопросы, которые у вас есть. Пока вы их задаете, я еще хочу... сейчас я посмотрю, кто у нас присутствует. Я хочу вас попросить дать мне обратную связь по поводу данного обучения. Что вам хватило, что не хватило. Я смотрю, кто есть. Значит, я хочу попросить дать эту обратную связь Наташу Левинскую, как самого активного человека, который присылал вопросы. Так, Татьяна Грамма, если она есть, я тоже хотела бы попросить ее поделиться. И так... Виктория Волчок. Так, давайте, слышу, микрофончик включен. Кто? Вопрос. Наташа. Да, Наташа Левинская, да. Добрый вечер. Добрый. Я хотела сказать слова с благодарности за поддержку, практически постоянную. И если бы программу не начала сама лично, то, наверное, столько вопросов бы не было. Потому что пока оно на бумаге, это все понятно, как бы теория, хорошо. А когда ты с этим стыкаешься уже каждый день, значит, вылазит куча вопросов. Да, это точно, Наташа. Я на твои вопросы ответила, надеюсь. Все понятно? Да. Откорректируешь? Да, ну, похоже, еще послушаю вебинар. Окей, Наташа. Спасибо тебе тоже за твою активность. Я желаю тебе успеха. Я знаю, что кому тебе непросто, но я уверена, что у тебя все получится, и это будет бомба результат.
Я не выслушала все вебинары идеально, поэтому у меня столько вопросов. Если, может быть, если все прослушала, вот и до. Ничего, есть все в записи. Я надеюсь, переслушаю еще, да. Еще есть запись. Уже блокнот выделила. Уже знаю, что мне надо услышать, самое главное. Окей, спасибо, Наташ. А, друзья, кто, у кого еще есть вопросы, и кто-то, может, хочет поделиться, дополнить меня, возможно, я что-то не затронула, о чем-то не сказала, делитесь, у вас сейчас есть уникальная возможность. Добрый вечер. Добрый вечер, Инночка. Привет. Ну, раз ты мне надала слово, то, звичайно, выступлю. От, ну, добавити мені, звичайно, тебе ніколи немає чим, тому що все настільки по полочках розкладено. От, я так само не кожен вебінар по фіт-6 прослухала, але обов'язково передивлюсь його в записі. І скажу чесно, я дуже мало працюю з цією програмою, бо зазвичай, ну, як ти правильно дуже говориш, що ми маємо, ну, коли є результати у нас, власне, так, наші, от тоді ми можемо цими результатами якби вже показувати себе і запрошувати на це людей. Але ж є скільки людей, яким потрібно, от і необхідна ця програма. А зараз, особливо після нашого карантину, після всіх свят, застіль, от я думаю, в кожної людини є 2, 3, 4, 5, 6 кілограм, які треба скинути, от і оздоровити. Так що я після от цих навчань вирішила, що буду залучати активніше людей до цієї програми і, звичайно, всіма знаннями, які отримала, буду ділитися з ними далі. От, так що дуже тобі дякуємо, що ти в нас є, ти професіонал, завжди з задоволенням слухаю і завжди своїм дівчатам говорю, що я не знаю, де в такої жінки все вміщається, стільки знань вміщається в тій голові. Іринка, дуже дякую. Дякую тобі, Вік, за теплі слова. Ви мене мотивуєте в ту голову вміщати більше, ніж я планувала. Я кажу, не існує таких запитань, на які би Ірина не мала відповіді. Існує, я їх шукаю просто. Дякую. Дуже дякую. Друзья, кто еще хочет задать вопросы, возможно, либо дополнить все, что здесь сказано или не сказано? Пока вы думаете, я вам напоминаю, что сегодня у нас уже был последний вебинар по фит-6, номер 6, да, так у нас все на 6. Но не отчаивайтесь, не расстраивайтесь. У нас есть три канала коммуникации. Это Telegram, куда все сброшено. Сейчас, Оль, куда все сброшено, и я буду продолжать обновлять и добавлять вам эту информацию. Viber, где вы можете задавать ваши вопросы, когда они у вас возникают, я по мере возможности буду отвечать. Инстаграм, куда мы продолжаем делиться результатами, поэтому результаты вы не стесняйтесь, присылайте, не прячьте свое красивое тело, свои достижения. По поводу Инстаграма у нас Оля вот хочет взять слово, я сразу по поводу Оли скажу, что вот у нас такая прекрасная, чудесная женщина, которая сейчас будет в эфире говорить, 27-го. То есть завтра в 20:00 по Киеву на нашей страничке в Инстаграм Оля будет из первых уст вам расскажет, как она прошла свой путь, какой опыт получила, даст свои советы и рекомендации. Это по поводу Оли. Я вернусь к предыдущему слайду, и на YouTube у нас тоже есть канал FM World Products Ирина Иванчак. Я уже, извините, себя своим именем называю канал, потому что вы знали, что именно сюда я сбрасываю те вебинары, которые провожу для вас. Оль, раз уже ваше фото, да. Ірочка, дуже дякую, що запросила мене на інтерв'ю. Завтра все розповім, що сама знаю, і розкажу свій шлях. Але зараз хотіла задати таке запитання. Є в мене така людина, яка от не хоче пити стільки води, як їй потрібно. От вона зможе похудати без оцієї води, чи ну ніяк не можна? Обов'язково треба випивати цю. Оль, я можу російською відповісти, щоб всі зрозуміли, добре? Бо в нас тут є інші із інших країн учасники, а піть води, це не нужно,
под расстрелом понимать, что вам нужно выпить 3 литра, иначе вы не похудеете. Нет, это хорошо, если вы пьете много воды. Особенно это важно, если вы хотите взять такие продукты, как Slim Body, либо Slim Extreme. Это просто по-другому нельзя. Вы каждые 2 таблетки должны запить минимум 1 стаканом воды. Лучше, чтобы это было 2, тогда желудок больше натянет жидкости и больше наполнится, чувство сытости будет больше, и вы меньше съедите. Поэтому это такое дело. Drena Plus, Active Herbal Killer и те же чая, это тоже какая-то жидкость, которую человек принимает и тоже учится пить. Но не всем людям, даже я вам скажу, даже можно пить много воды. Если у человека есть проблемы с почками, то это может быть дополнительной нагрузкой на почки, но таких людей мы и не берем в команду FitShice, там тоже сердце касается. Поэтому к этому нужно прийти постепенно. Это не значит, что я завтра начинаю пить 6, значит, все, вот 3 литра и 6 литров летом я буду пить. Нет. Это нужно просто пытаться пить как можно больше. И это пытаться пить получится только тогда, когда ты будешь пробовать. Сначала некомфортно, но просто нужно стараться. Как какой-то уровень воды человеку будет комфортно пить. Например, не 2 литра, не 3, там, а литр. Но он гарантированно будет пить этот литр, гарантированно приучится. Поэтому не нужно его силовать этим, а как рекомендацию обязательно, особенно когда Slim Extreme, Slim Body, это важно. Она на першому етапі, вона п'є 3 стакани в день, просто запиває Beauty Detox, і можна сказати, що і все. Ну, Оль, вы ей порекомендуйте еще просто там Beauty Detox запивая и все, а вот вы ей порекомендуйте утром стакан выпила, встала, да, и там, допустим, я не знаю, в обед еще, ну, там после обеда час прошел, она еще может себе выпить стакан. Ну, так не бывает, что человек категорически отказывается, нужно хоть чуть-чуть больше дать. Но я же не знаю, о ком мы говорим, какой это человек, это все индивидуально, там я бы могла другие аргументы навести, если бы ее видела и знала, о ком речь. Но так аккуратненько вы ее подведете, она будет пить больше. Пусть нальет себе, допустим, 1,5-литровую бутылку, ну или там купит, да, негазированной воды и поставит, и посмотрит, сколько она из этого выпьет. Если выпьет только 1 стакан, это плохо, 2-3 плохо. Если выпьет хотя бы половину, там первые несколько недель, это уже отлично. А дальше оно как-то получится само собой. Дякую, дуже дякую. Ірена? Я хочу запись. Где я могу запись на все вашей вебинаре? Ирен, запись будет в телеграм-канале. Также я вам слайд сейчас показываю. Называется это телеграм-канал fit6.git.framework. Запись будет и есть уже на YouTube-канале. Тоже название YouTube-канала. Вы его находите по этому названию. И просто на него подписывайтесь, он бесплатный. Там есть записи по FitShice, есть записи, ну, самых таких важных вебинаров по тем темам, которые я проводила. Хорошо, спасибо. Okay. Еще вопросы, друзья, либо пожелания, рекомендации? Ваше мнение, все принимается. Сегодня у нас с вами диалог. Так, Таня Грамму я здесь не вижу, да, Тань? Анатолий Хелько, что вы там так тихонько сидите? Скажите пару слов, если вы меня чуете. Анатолий? Да, я чую. Да, добрый вечер. Особливо і не приймав участь, і нервбаланс пропив, у мене особливо, ну як, зайвого весу немає. Ну, у нас мужчина стрункий, ми вже це зрозуміли, спортивний, да. Стрункий, так. Але ваші люди телефонують постійно, тому я впевнена, що ви в курсі, що відбувається. Ну, я хочу залучити деяких людей, щоб ну, вони отримали оздоровчий ефект. Ну, FitShice у них не саме ціль, а іменно здоровче, якщо б отримали в такому плані. Добре, ну я думаю, що все в нас вийде. Я просто чого Анатолія попросила, такий у нас цікавий мужчина, який дуже так акуратно, гарно, лаконічно пропонує продукти, але при тому дуже багато людей від нього телефонують і такі питання, знаєте, задають, що я, чесно кажучи, не завжди запитала у незнайомої людини. Тому Анатолій досить непогано працює з нашими внутрікодами, так?
Анатолій, я впевнена, що фітчистя буде одна із ваших фішок, судячи з того. Єва. Так, ну ви ж у нас мужчина стрункий, гарний, можете уже починати розповідати про фітчисті, давати свій приклад. Можна сказати, що я вже пив, да? Так, можна сказати. Ні, ну я б не казала так казати, я б казала спробувати для оздоровлення, як ви кажете, і ділитися таким ефектом, це ж теж досить класно. Ні, ну частину я пропив, і баланс пив, детокс пив, так що вже можна сказати, так, що частину попробую. Вже можна рекомендувати. Дякую, Анатолій. Дякую. Друзі, є у вас ще питання і коментарі, підключайтесь. Окей. Я напоминаю, что мы с вами встречаемся завтра на нашей странице FitChessBeat.Board в Instagram, где у нас будет прямой эфир с Ольгой Юхновой, участницей программы FitChess. Будет очень интересно. Ну, а в четверг у нас будет еще один прямой эфир, но на другой страничке FMWorld Украина, где мы будем общаться в нашей рубрике «Мой путь к успеху» с «Золотой магнолией» компании FMWorld Оксаной Слушаевой. Поэтому очень много у нас, видите, прямых эфиров интересных с интересными людьми. Всем спасибо за ваше активное участие в обучении в специальном помощнике FitChess. Я вам желаю, чтобы это обучение вам дало те результаты, ту помощь, на которую вы рассчитывали. Я приложила максимум усилий. Если будут изменения, мы обязательно с вами встретимся. Если будет новый каталог, мы тоже с вами встретимся по поводу FitChess. Всегда рада вашим звонкам, вашим вопросам на почту. Заглядывайте на все те каналы, о которых я вам говорила. Рецепты постоянно будем обновлять, что-то вкусненькое, новенькое. Результаты присылайте, тоже будем делиться. Ну, на сегодня у меня все. Всем пока, хорошего вечера и до встречи завтра на Инстаграме. Пока-пока.